С опозданием на целый месяц в Магнитогорске официально открыли сезон фонтанов. В парках и скверах города струи воды забили сразу на 15 объектах. Несмотря на то, что функционируют фонтаны ежедневно, есть в их работе и свои изменения. Так, главный фонтан на площади народных гуляний работает пока без светового и музыкального сопровождения. Потому что все равно режим самоизоляции никто не отменял, а фонтаны все-таки они являются средством притяжения, чтобы народ уже не собирался, не скапливался, и уж тем более все соблюдали масочный режим и режимы дистанции социальной. В прошлом году фонтаны запускали 1 мая, однако в этом году официальный сезон стартовал лишь в июне. К этому времени все водные объекты прошли очистку и мелкий ремонт. Однако жители города внесли свои коррективы. Есть фонтаны, например, фонтан в сквере Орджоникидзе, где скейтбордисты, велосипедисты, они считают, что если фонтан находится там на маленьком уровне, то можно на него прыгать, и поэтому происходит разрушение. То есть это краска разрушается штукатурное покрытие. Ну, там сейчас все это восстанавливается, прям в ближайшие 2-3 дня там будет все восстановлено, опять зашпаклевано, закрашено, и фонтаны уже они находятся в работе.